Приветствую тебя, тот, кто явился в пещере древних великанов и был призван... Ты сумел правильно запомнить мое имя. Мне было странное видение, будто ты меня... Да, я звал тебя. Я посылал тебе свою мысль. Тишина коснулась меня своей мыслью. Какой договор? Ты уже несколько раз Между нами и джунами всегда существовал договор о том... Ну да, я готов следовать... Это хорошо. Слушай же. Недавно некроманты снова... Я здесь. Мне надоело тут бродить. Не загружусь. Да? Небольшая зарядка не повредит. Уже иду. Столько бегать вредно. Не заблужусь. Я здесь. Потеряли меня? Да. Потеряли меня? Ну ладно. Как я приятно. Тут. Иду, иногда иду. Просто прогуляться. Да? Иди туда, иди сюда. Надоело. Иди туда, иди сюда. Надоело. Точно. Не заблужусь! Потеряли меня? Опять идти. Получай! Я тут. Ну ладно, с удовольствием. Получай! Да? Сейчас. Ну что ж, не я напал. Хватит с меня беготни. Уже не мальчик. Скажешь? Точно. Извини. Да? Потеряли меня? Дальше бежать не могу. Да я уже дышу через раз. Какая тут магия? Я здесь. Как приятно. Иногда просто прогуляться. Уже иду.
Может, мне еще попрыгать на раненой я ноге? Здесь. Так. Я тут. Потеряли меня? Это у меня получится. Да? Берегись. Я тут. Ну, если я себе здесь. Ногу сломаю. Да? Потеряли меня? Отдохнуть бы. Я устала. Я тут. Хватит с меня беготни. Уже не мальчик. Да? Конечно. Как скажешь. Мне надоело тут бродить. Небольшая зарядка не повредит. Я тут. Мне руку сломали. Я здесь. Отдохнуть бы. Я устала. Да? Дальше бежать не могу. Потеряли меня? Берегись. Потеряли меня? Да? Иду, иду. Я задыхаюсь. Устал. Удовольствием. Мне надоело тут бродить. Давно хотела прогуляться. Задыхаюсь. Эх, хорошо. Как скажешь. Я тут. Я больше не могу бежать. Я тут. Как скажешь. Опять идти. Небольшая зарядка не повредит. Берегись. Были бы у меня крылья. Я тут. Поняла. Опять идти. Как приятно. Надо просто прогуляться. Я буду да? защищаться. Мне нравится труп, особенно свой собственный. Я здесь. Мне надоело тут бродить. Скоро отдых. Как скажешь. Понятно. Мне надоело тут бродить. Я устал. Отдохнуть бы. Я устала. Я тут. Да? Какое голубое небо. В нем можно утонуть. Да иду я. Ну ладно. Как приятно иногда просто прогуляться. Дальше задыхаюсь. Бежать не могу. Как небольшая скажешь. Зарядка не повредит. Точно. Я больше не могу бежать. Хватит с меня беготни. Уже не мальчик. Поняла. Я здесь.
Да? Иди туда, иди сюда. Надоело. Иду, иду. Я здесь. Да? Попробую. Я тут. Поняла. Я здесь. Ну ладно. Как бы не сломать. Понятно. Поняла. Не заблужусь. Потеряли меня? Да я тебе! Да? Потеряли меня? Конечно. Точно, понятно. Иди туда, иди сюда. Надоело. Иди туда, иди сюда. Да иду я. Надоело. Ты получишь на орать, я не собираюсь. Только из любопытства. Уже иду. Я здесь. Мне надоело тут бродить. Опять нет прямого идти. Пути. Надо идти в обход. Уже иду. Как сейчас. Скажешь. Небольшая ну, зарядка не повредит. Да иду я. Не заблужусь. Потеряли меня? Давно хотела прогуляться. Я здесь. Потеряли меня? Как небольшая скажешь. Зарядка не повредит. С как удовольствием. Приятно иногда просто прогуляться. Конечно, не заблужусь. Ну, небольшая ладно. Зарядка не повредит. Давно не заблужусь. Хотела прогуляться. Иди туда, иди я сюда. Тут. Надоело. Да? Понятно. Мне надоело тут бродить. Как приятно иногда просто мне прогуляться. Мне надоело тут бродить. Уже иду. Ну ладно. С удовольствием. Понятно. Да иду я. Точно. Опять идти. Ну, небольшая ладно. Зарядка не повредит. С удовольствием. Уже иду. Давно хотела прогуляться. Как приятно. Иногда просто прогуляться. Я тут. Я здесь. Давно хотела прогуляться. Главное, не волноваться. Потеряли меня? Поняла. Мне надоело тут бродить. Поняла. Давно хотела прогуляться. Потеряли меня? Я здесь. Нет прямого пути. Надо идти в обход. Я здесь. Небольшая зарядка не повредит. С удовольствием. А нет другой дороги. Я здесь. Давно хотела прогуляться. Иду, иду. Небольшая зарядка не повредит.
Потеряли меня? Повеселимся? Да иду я. Потеряли меня? Как скажешь. Я здесь. Потеряли меня? Опять идти. И как я туда пройду? Как скажешь. Я тут. Как скажешь. Шахталь, я ты. Тут. Точно. Ну ладно. Туда даже дороги нет. Поняла. Я здесь. Потеряли меня? Потеряли меня? Ну ладно. Иду, иду. Поняла. С удовольствием. Да иду я. Ты пожалеешь, что Да? Ну ладно. Иду, иду. Да? Потеряли меня? Туда даже дороги нет. Как скажешь. Потеряли меня? Поняла. Ну ладно. Давно хотела прогуляться. Потеряли меня? Эх, кристалл телепортации бы сюда. А нет другой дороги. Понятно. Я тут. Туда даже дороги нет. Я здесь. Да? Уже иду. Препятствие. Понятно. Не заблужусь. Нет прямого пути. Надо идти в обход. Никогда нельзя загонять человека в угол. Сейчас. Я тут. Не заблужусь. Легко. Это у меня получится. Потеряли меня? Иду, иду. Да иду я. Понятно. Как приятно иногда просто прогуляться. Я вижу, ты исполнил свою часть. Да, я постарался. Теперь я готов рассказать тебе важные сведения. Ты спрашивал меня о джуннах. Так вот, некоторое время назад в наши пещеры приходил какой-то человек. И все? А где? Я не знаю, где можно найти. Что ж,
Спасибо за информацию. Сомневаюсь, что она мне пригодится. Быстро ты вернулся. Я еще не ждала тебя. Неужели документы? Ну почему не готовы? Зачем меня обидеть хочешь? Или ты мне не веришь? Вот они, твои документы. Спасибо тебе, Сахиля. Не благодари меня словами, лучше делом докажи. Да, конечно, держи. Ну и места ты для тайников выбрала. Одно опаснее другого. Понятно, почему ты лишний. Ай, догадливый ты парень. Жалко тебя отпускать. А, ну иди уж. Да не забывай меня. Дело сделано. Ня! Да! Кель, пришло время нам расстаться. Сахиля помогла сделать для меня документы. И теперь я готов пойти в... Нет. Так дело не пойдет. Что же это получается? Я столько раз спасала твою... голову? Куда? В армию, конечно. Ты рад? Но ты же девушка. И вообще, это очень опасно. Кир, ты обо мне переживаешь? Как это мило. Я знала, что рано или поздно ты наконец... Кель, я не о том. Просто тебе действительно нельзя... Ерунда. У меня тоже есть документы, и мне несложно притвориться парнем. Я уже все решила. К тому же кто-то должен показать тебе дорогу до Северной крепости.